39-м царстве в одной из квартир, что выходит окнами к свету, проживала девочка-пламя, чей мир был как будто не с этой планеты. Возгоралась быстро и до зари не могла успокоить душу, а другие понять это не могли. Все пытались ее разрушить, изменить хотели и потушить, что подумалось, не полыхало. А она по их меркам не стала жить. И с огнем дружить не перестала. Находила смысл во всем простом, только жаль, не была любимой. Но однажды украл ее смелый дракон, сделав девочку пламя счастливой, потому что дракону в ней нравилось все. Как горит, как искрит, верит в чудо. Он в ней видел родное, в ней видел свое. Ведь дракон и девчонка огонь, как никто, идеально подходят друг другу.